In Vitro Diagnostics. Grija de viață. Sunt din ce în ce mai frecvente cazurile când femei tinere se confruntă cu multiple avorturi spontane sau chiar sarcini oprite în evoluție. Ei bine, unul din factorii care pot duce la înregistrarea unor astfel de situații este trombofilia, dar acest lucru poate fi depistat 100% doar dacă acea femeie vizitează medicul obstetrician ginecolog și efectuează un șir de investigații necesare pentru diagnosticarea bolii. Iată de ce am ales să vizităm astăzi In Vitro Diagnostics și să vorbim alături de doamna doctor Olga Popușoi despre această stare și ce ar trebui să cunoaștem noi femeile despre ea. Bună ziua și bine v-am găsit cu mare drag la dumneavoastră. Ce este trombofilia? Тромбофилия – это системное заболевание, которое характеризуется нарушением свертывающей системы крови. И даже, наверное, неправильно говорить, что это заболевание. Это не болезнь, а это состояние, функциональное состояние системы крови, которое может развиться в заболевании. И, как вы правильно отметили, в подавляющем большинстве контингент женщин, которому необходимо провести обследование на данную патологию, к сожалению, обращается к врачу-акушеру-гинекологу в лаборатории диагностические тогда, когда уже имеется отягощенный акушерский анамнез. По международной классификации для обследования на тромбофилии чаще всего прибегают, показано женщинам, у которых есть невынашивание в беременности. По предыдущим данным было это 3 и более самопроизвольных абортов прерванных беременности. По последним данным даже уже 2 неудавшихся, незакончившихся родами абортов беременности. Женщины с неудачами экстракорпорального оплодотворения, когда мы говорим о том, что все факторы вроде были учтены, а яйцеклетка не прижилась. Женщины с нарушениями, связанными непосредственно уже в процессе беременности, осложняющие беременность. Это выкидыши на ранних сроках, на поздних сроках прерывания беременности. Весь симптомокомплекс, который называется синдром потери плода. То есть это все причины, которые связаны с гистозами, с преждевременной слойкой нормально расположенной плаценты, с теперь, как называется, с преэклампсиями, с задержками роста плода и многими другими осложнениями, которые приводят, к сожалению, к неблагоприятным исходам. Până la apariția unor astfel de evenimente neplăcute, există semne sau simptome sau stări pe care o femeie le poate avea, dar nu le dă importanță și care ar fi acestea? Генетическая тромбофилия, ereditarnă. Это что? Это то, что мы получаем по наследству от наших родственников, от далеко идущих каких-то поколений. Понятно, что если в семье люди знают, что у них чаще встречаются в семье у родственников, да, инсульты, инфаркты, сахарный диабет, злокачественное образование, тромбозы, тромбофлебиты или какие-то другие проблемы, да, то, конечно, на современном этапе развития акушерской гинекологической помощи семейный врач, который должен знать, что в патологии этой семьи имеется, да, для подготовки женщины репродуктивного возраста к беременности, должен рекомендовать как раз эти обследования. И это позволяет иногда решить очень многие проблемы. Но мы эмпирически как-то работали в этой сфере в нашем исследованиях. Но теперь последние 5 лет мы проводим целенаправленные исследования, скрининг населения репродуктивного возраста, женщин репродуктивного возраста с отягощенным акушерским анамнезом Молдовы. И особенно, что для новое сейчас, в общем-то, мы докладывали на международных симпозиумах, очень это было интересно всем выслушать, связь женской тромбофилии с мужской тромбофилией и, как следствие, неонатальная тромбофилия. Ведь яйцеклетка получает наследственность, да, откуда? И от папы, и от мамы. И процесс имплантации, только появление яйцеклетки, прикрепление ее в полости матки – уже первый этап развития тромбофилических осложнений. Care sunt acele teste și investigații care se pot realiza astfel încât să știm dacă există sau nu există sau se suspectează această maladie? Ну, я не говорю обо всем спектре обследования, которое необходимо проводить у женщин с невынашиванием беременности. Мы говорим непосредственно то, что касается тромбофилических осложнений. Прежде всего, это провести исследование, развернутое коагулограмму у обоих партнеров, и у супруга, и у супруги. Развернутая коагулограмма включает развернутое свертывание, система свертывания крови, такие показатели, которые позволяют посмотреть, как происходит на каком-то этапе внешне, внутренне,
внутренней полости тромбообразования. Следующий очень важный фактор, который придается сейчас очень большое значение, это гомоцистеин. Значение гомоцистеина, гипергомоцистеиномия, патология фолатного цикла, которую мы, в принципе, получаем фолиевую кислоту только из пищи. И мы знаем, что у женщин во время беременности проводится профилактика дефицита фолиевой кислоты. Но если у нас в программе к нам включено 400 микрограмм, то профилактические дозы доходят, это профилактическая доза, а лечебная доза доходит до 5 микрограмм. И это всю беременность, не только до 16, до 12 недель. И следующим моментом, конечно, являются два показателя, два исследования, которые позволяют нам исключить две формы тромбофилии, о которых я сказала раньше. Это исследование лупуса антикоагулянта, антифосфолипидный синдром и кардиолипинов. И следующий – это полиморфизм генов. В исследовании полиморфизма гена, связанного с тромбофилией, есть много показателей. Лаборатория, о которой мы с вами говорим, диагностическая, исследует 13 показателей. Это очень большое, очень глубокое исследование. Из них, конечно, не все являются тяжелыми формами тромбофилии. Из них выделяют 3, некоторые исследователи, 5 факторов. Но просто если есть сочетание, да, и у обоих партнеров каких-то этих факторов, то понятно, что в неонатальном аспекте это эффект будет усугубляться. В момент, в котором есть тромбофилия, se poate reuși o sarcină până la bun sfârșit și să se nască un copilaj sănătos? Конечно. У нас очень большой опыт. Мы получаем доношенную беременность, мы получаем хороший исход. Но, безусловно, тут уже имеет значение и акушерская тактика родоразрешения таких женщин. Безусловно, если у женщины есть потери ребенка в предыдущем, антенатальная гибель плода или в родах, или 5 или 8 замерших беременностей, такие у меня есть пациентки, то, конечно, не сама тромбофилия будет являться показанием для оперативного, например, родоразрешения, а этот отягощенный анамнез, как мы говорим, это ребенок прециоз. То есть тут уже мы не можем рисковать родовым процессом, а лучше, конечно, провести вовремя операцию кесарево сечения. И, безусловно, еще один, конечно, момент, который очень существенен для лечения этой патологии во время беременности, что она нуждается в длительной антикоагулянтной терапии, антиагрегатной антикоагулянтной терапии. Это не очень удобно, когда это необходимо делать каждый день укол, но при правильном расставлении акцентов и объяснить пациенту правильно тот успех, который мы получим при проведении этой терапии, только положительные результаты, и пациенты как бы очень довольны и благодарны за то, что мы смогли им оказать эту помощь. Mulțumesc foarte mult pentru informații. Спасибо большое за интервю. Am vorbit cu doamna dr. Olga Popușoi, este conferențiar universitar, doctor în științe medicale, despre tot ce înseamnă trombofilia, dar și care sunt acele investigații necesare de efectuat în perioada de preconcepție, atunci când o femeie își dorește cu adevărat, și nu doar o femeie, dar un cuplu își dorește cu adevărat un copilaj sănătos. Pe curând! In vitro diagnostics. Grijă de viață.